В этой беседке за общим столом многие из вас наверняка собирались с семьей или с друзьями. И вправду здесь хорошо и чисто. Но именно об этих местах отдыха и регулярно пишут в соцсетях и делятся не фотографиями с праздников, пишут жалобы. Обратить внимание на зоны отдыха губкинцы попросили главу города в соцсетях. Андрей Гаранин выехал на место. В лесу чисто, но только потому, что убрали накануне. Мы вчера вывезли с данных двух территорий самосвал. Да, здесь были и диваны, и чего тут только не было. Дал предложение главе города установить контейнерные площадки, потому что их здесь недостаточно. Временно мы сейчас 3 бака поставили. Нужно оборудовать хорошие контейнерные площадки, которые будут ограждены, и для того, чтобы не раздавало ветром мусор по данной территории. Идею поддержали. Более того, мусорные баки появятся возле каждой беседки. В первую очередь это надо поставить необходимые здесь мусорные баки, чтобы люди, которые отдыхали, чтобы они могли убирать за собой. Во-вторых, решили, что нужно вот эти вот беседки все-таки привести в надлежащее состояние, покрасить, отремонтировать крышу, заменить деревянные доски. Специалисты сделают это в ближайшее время. Задачу поставил глава города, посчитать стоимость работ. Мы этим, собственно, и займемся. То есть восстановим деревянные покрытия, лавочки, покрасим, то есть приведем надлежащий вид. А также установим мангалы стационарные. Каждый год в Губкинском появляются новые места отдыха, а проблемы остаются старые. Муниципальная управляющая компания занимается содержанием скверов, парков, детских игровых площадок. Ну, вы знаете, не везде у нас наше население, горожане, проявляет свою солидарность с нашей управляющей компанией в плане мусора. Особенно на тропе здоровья, там есть места скопления, очень много скапливается мусор, и люди просто на мусорят и уходят. Конечно, это сильно не радует. Хочется обратиться к жителям, чтобы более-менее относились к этим местам, как к своему дому. Призываем бережно относиться к природе. Зинаида Исаева, Олег Короткевич, Новости Губкинского.